да, все. Привет! Сейчас, подожди, люди будут добавляться? Сейчас, подожди. Как тебе? Да подожди, не переворачивай. Как ваш маникюр? Замечательно, мой маникюр. Переверни на себя, давай вопросы читай. Так. Переверни камеру. Вон сверху, слева, видишь? Да. Привет. Давай. Рассказывай, как день? Давай. Мы сейчас находимся в салоне твоей мамы. Да, мы сейчас находимся в новом салоне. Маник-бар. Маник-бар. Все, приходите и... И будете счастливы. И будете красивыми и счастливыми. О, покажи, как ты делаешь глазом, как ты показываешь, да? Давай вместе делаем, покажи. Давай, меняй себя, покажи, давай сделаем. Давай, да и себя тоже покажи. Давай, 3, 4. Привет, красотка. Привет. Привет, просто. Говорят, просто, ничего страшного. Хорошо. Хорошо у нас дела. Давай споем песню. Ты пчела, пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет, мы с тобой повезет. Ты пчела, пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет. С тобой мне повезет. Никто не узнает, куда пропадали пчелами тали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами. Меня опьянила луна. Это кто это? Кто это? Это Софи. Это дочка моей подруги. Да. Кто это милаха? Скажи, милаха это я. Милаха это я. А да. Скажи, я стрелец по гороскопу. Я стрелец по гороскопу. 7 декабря, скажи, все поздравляйте меня. Подарки, скажи. 7-го. Я 8-го. 7-го. Че ты врешь? 7-го, не ври. 7 декабря. 7-го ты. 2 декабря. А, 2. Это давай? Как у вас дела? А, все. Редко снижу. Да не читай, это дураки пишут. Так, вот часть маленькая. Классно. Приходите все, Маник. Бар! Так. Так, никого мы не пускаем в эфир к нам. Ой, блин. А я не знаю, как ты... А что, ты хочешь фильтр поставить? Я не... О! Космос! Так, так, давай я расскажу что-нибудь интересное. Да, расскажи, как живется. Как вам живется? Да как им живется это? Тебе как живется? У нас живется хорошо. Вот и хорошо. Главное, что тебе хорошо живется. Да. Вот чуть-чуть. Так, что? Давай, спасибо вам огромное. Мы в прямом эфире, Диана, подожди. Мы с Ансафи общаемся с моими подписчиками. Маму покажи. Владелец. А, она фильтр ставит, выбирает. Да. А, ой, так. А что здесь мы? Высохнуло все? Да, высохнуло. Так, может, мне пяточка нужна, чтобы сюда? Да, да, да. Да ты нас снимаешь. Давай, так, на нас давай. Подожди, 2 секунды. Так. Ты пока закрой глазки. Вы думаете, что вы пишете, у меня ребенок в прямом эфире сидит. Она идиоты. Читать умеет. Да я знаю, что она читать умеет. Я поэтому говорю, что пишет. Ну, так. Ты ничего не видишь. По гороскопу мы стрельцы, Саша. А, посмотри. Не, не будем мы никого пускать в эфир. Так, водичку ножки. Ты чего я
Хочешь водичку? Возьми. Лера, ты кто по гороскопу? Мы стрельцы, Саша. Да. Скажи, самый крутой знак вообще, да? Упала, блин. Ну да, ну это ж, конечно. Как у вас делишки, ребятишки? Как у вас делишки? Так, передай. Алиса. А дай мне диск, я заблокирую одну нехорошую девочку. Сейчас мы заблокируем. Все, мы скрыли нехороших людей. Кто будет что-то плохое писать? Ты, короче, заходи и не блокируй их. Да. А тебе идет поднять... Листай вниз, ты видишь, сколько вопросов уже набежало? Ой, Лела... Лера, вернешься на дом 2? Нет. Она никуда не пойдет, понял? Да нет. Да нет. Ну чуть-чуть. Год, всего лишь годик. Годик это больше, чем 10. Да. И годик это меньше, чем 10 лет, я тебе хочу сказать. Да. За ребенок. А ты делала зубы? Я тебе сейчас тебя заблокирую. Нет, ты не блокируй, там просто привет просят передать. Ты сейчас мне всех нафиг заблокируешь. Как так? Да, вот это мы не будем читать. Вот это мы не читаем. Я знаю. Лера, ты будешь лучшей мамой. Это быстро читается. Покажитесь, вот две в кадр возьмите. Смотрите, мама с дочкой. Смотрите, круто как. Сколько тебе лет? 7. С половиной. С половиной. То есть это моя подруга, это ее дочка. Ведущий на дом... Она уже знает, что уже... Девочка, ты кто Лере? А ну расскажи. Я дочка подруги мама. Я подруга... Лера есть подруга. Это твоя мама. Да, и я ее дочка. Я ей никто. Икс. Мальчик. Девочку. Блин, после Софии я хочу девочку. Хотела стать пацаном, уже хочу девочку. Мама и дочь. Круто. Красивые девчонки. Знаешь, дети известны. Если ребенок в эфире, знаешь, тетя Лера на тебе. Нет, она никто, она подруга. Она подруга моей мамы. Она мне никто. И у меня никто. Нет, Лере. Правильно сформулировала. 20? Ну, если так, то... Скажи, Жене 18. Ну, если так, то тогда ей... Здесь выглядит на 21, как ты знаешь. Ой, моя ты хорошая. И тебе хорошего дня. Твой аккаунт, по-моему, сейчас заберут. Но все равно, тетя. Ну, так тоже можно. Но она такая старая. Да, она классная. Она вошла в топ-десятку твоих? Да, вошла. На место 9. Она знаменитая для тебя теперь. Да, но она все равно круче, чем Флавка. Она говорит... Где вы сидите? Маник Барри. Он пишет, ты была в Дагестане. Да, была. София вчера прилетела из Дагестана. Отдыхала с прабабушкой. Ой, ты куда? Тетя не обязательно старая. Как имя девочки? София. София, господи. Ужас, вы еще успеваете читать это все? Да. Привет. Кто ты по гороскопу стрелец? И Лера тоже. Как тебя зовут? София. Через букву А. Как тебя зовут? София через букву А. Как знать София через букву А? Привет. Привет. Спасибо. Кто старше? Я не поняла, что... Короче, нет. Когда что-то пишут, знаешь, что тебе не нравится, ты просто не читай. Ты похожа на маму, да, я знаю. Ты, да. Привет.
Вот туда, на Леру сделай. Да я что? Мне интересно, что я. София, привет. Да, здесь есть молодой. Не знаю, он мешает. София, знаешь, как София будет разбит на ногтей, покажи. У нее стеклянный. Стирка. Стирка. Привет. Вот, у нее стеклянный. Ладно. У тебя фотосессия? Нет, мы в салоне. Да. Малышка, в какой класс пошла? Во второй. Миша, скажи, не дошла. На вы. Что? Тебе можно на ты. Типа, говорит, нам надо, надо разговаривать. Ну, вам надо, вы разговариваете. Привет из Молдовы. Приморье. А, там Приморье? Я уже не дошла до Приморья. Лера, ты какого года? Из какого города? Города. Из Украины, я из Киева жила, в Москве. Ответ, пожалуйста. Да, я, кстати, тоже заблокирую за вот это вот. Можно без первого, без мата? Вот кто будет мат писать, я всех блокирую. Да, ну это вы плохие люди. Да, все, все, все. С Испании привет, привет. Казахстан. Казахстан, привет. Привет. Мимило. Привет из Молдавии, привет. Молодец, так им и надо. Да. Я не писал. Молодец, что не писал. Ребенок в эфире, да. Ну не, давай без ребенка. Что ты никогда в эфир не даваешь? Когда я тогда? Очередно. Давай вот эту тебе дам, потом мне Софи на второй ноге сидит. София, счастья тебе. Учись хорошо, люби свою мамочку. Она очень красивая, поняла? Хорошо. Маму, как звать? Диана. Так, а что там еще писали? Девочка Шарик. Девочка, да. Шарик. Чего? Шарик, конечно, у тебя такие щеки. Шарик! Шарик, типа Шарик. А, Шарик, я думала, Шарик, и щеки такие я огромные. Я думала, ой, ой. Да, вот так. Ой, сколько тут много. Ребенок невоспитанный. Слушайте, это вы не. Так, я блокирую. Подожди, дай заблокирую. Невоспитанный. Я блокирую. Но ребенок очень воспитанный. Ребенок просто очень артистичный и который не закомплексованный, а просто вот это так. Это кто? А кому это? Это дочка моей подруги. Стрельцы несовместимы по земле. Мы стрельцы очень совместимы. Ладно. Ну-ка, красотка. Малышка, красотка, спасибо. Очень невоспитанная. Нельзя говорить спасибо, да? Как зовут ребенка? София уже говорила. Владивостока, привет. Девчули, красотка. Пожалуйста, не урони телефон. Хорошо. Привет, привет. Здравствуй. Привет из Баку, Азербайджана, привет. Давай я держу. Давай вот так будешь держать. Ребенок, Софийка, круто. Супер, не слышно. Я думала, твоя. Делаю маникюр и педикюр в четыре руки. Вот. Когда не скоро. Покажи маму. Мама, ты куда? Кто там? Почти нет. Подожди, давайте. Кого-то блокировать собрала? Раскрывай, все. Пожалуйста. А, давай, да ничего она не уронит. Не уронит, значит, новую Диану купит. Красотка, так, мама... Это плохое, да, слово? Нет, ну, как бы, типа, это комплимент, но думайте тоже, какие комплименты писать София, при ребенке. София, тебе мама красивая, спасибо большое. Скажи, я знаю. Я знаю, София, тебе мама красавица, спасибо. Сыночка, все, класс, есть контакт, спасибо огромное. А ты как, ты сама себе будешь вопрос писать? Нет. Нельзя же так делать. Или можно? А ну. О, можно? Ты что можешь? Лера, София.
Это твоя дочка? Нет. Ты же говорила, нормально, это же ребенок. Когда дела у вас? Хорошо, София, тебе поцелуйчики. Спасибо. А у меня воздушная отправь. И мама, и дочь, и Лерчик, все красотки, спасибо. Можно пресс горловки. Не пишите вы, сколько лет? 7,5. Лера, как тебе? Это тоже мы не читаем, это такое тоже неинтересно. Что, блокировать хочешь? Ну, хочешь блокировать? Блокируй меня. Ой. Мам! А, ты не заблокировала? Я знаю. Скрыла. Да, ты опять... Вон, да, заново. Да. Так, подождите, пожалуйста. Короче, так, Вайл, да, сюда. Все, вот теперь, короче, на Софи отвечает за блок. Кто-то что-то будет писать, будем блокировать нас всех, да? Лера, что за прекрасная девочка? Это я. Сейчас, подождите, мы выберем наушника. А вот этот красивый, да? Девочка. Тоже поцелуйчик от меня. Да что? Почему такой? Я не хочу. Подожди. Что же тут за жесть? А как там коснуться глаз? Вот. Боже мой, фу, как некрасиво. Ты что, хочешь за этим фильтром вести? Малыш, какой класс, ходишь во второй. Второй класс. Легкой тебе учебы. Она никогда не бывает легкой. Ты в первый класс пошла? Во второй. Нет, во второй посетивчики. Ага, я это знаю. Как там дела? А, вот. А кто это? Это дочка подруги. Понятно, вау. Таки-таки-таки. Красоту ли? А как? Нет, как у вас делишки? Мальчишки. Девчушки. Малышучки. Пошли. Какие маски. Да. Приходите все в Маник-бар. Мама, а какой тут это адрес? Хорошовское шоссе, 23, корпус 1. Хорошо. Приходите на Хорошовское шоссе, 23, 23, корпус 1. Один. Запишите. Все, погнали. Давай, будем выходить, хватит. Хорошего понимания. Всем пока. Да, я эфир сохраню, пусть будет, чтобы нас видели. Подожди. Нет, давай, дай, дай, дай. Так, кушка, вот сюда нас. Так, а ну, мол, смотри, чтобы ты в эту воду не влезла. А. Так. Всем. Прощайся. Всем пока. Я погнала делать. Ничего, и кушать. Эй, можно не Макдональдс. Я скажи, что ты ведьма. Давай, как ты говорила? Я ведьма, ведьма не доуспею. Но она говорит, что надо крылышки пошли, пошли за крылышки. Но она кушает бургеры и крылышки. Она еще кушает бургеры. Нет,
картошку. Ой, картошку, эти есть крылья. Платье. Платье дай всем богат. Всем богат. Ай, ты тяжело заявляешь. Все? Все, сдала меня с потрохами.